Так, досматриваем, видим, что вот CB4, FE5, FE4, EF6, GF6, AB2, C5. Вот этот вариант. FG5, размен назад, GH4, наверное, да, HG3, HG5, GF4, GH6, размен назад. Так, вот позиция. Надо играть АБ6, ДЕ5 слабее, потому что БЦ5, у черных проблемы. У белых план простой, АБ4, БЕ3. Если, например, это ЕФ4 я уже показывал, то АБ4. То есть, ну, примерно, а что делать? Смотрите, вот, что делать черным? Если ЕФ3, то БЕ3. Стоит удар. На GH4 размен, и у белых будет весь центр. А если, к примеру, HG7, AB4, GF6, BE3. Тоже какая-то ерунда. Сюда не пойдешь. Сейчас еще раз. Вот позиция наша. Вот она. Да, то есть получается, что DE5 слабый ход. Чтобы C5 и ученых плоховато. Надо AB6. Теперь белым лучше всего отдать шашку. И пойти AB4. Сейчас белые отдали шашку, но компенсация. Сейчас белые могут или так отыграть, или так. В зависимости от того, как пойдут черные. Получается, ну если, конечно, DE5, то понятно, что DE3. Получается, что черных хуже позиция. Черным лучше всего в этой позиции отдать шашку DE3. Белым получается перебиться. Ну, потом размен назад. Ну, белых чуть-чуть приятнее в конце партии, но это позиция ничейная. Вот такой вариант. Сейчас я буду. Ну, это я. Так. Еще разочек. Напоследок. Вот наша позиция. FE3, FG5. D5 слабый за BC5, АБ6, BC5, АБ4 у белых получше. Все, включай.